Здравствуйте, друзья! С вами Дачный сюжет и я Галина. И вот снова мы пришли с вами в садовый магазинчик, чтобы поинтересоваться, какие же тут помидоры. Меня всегда удивляет, как же люди умудряются это выбрать. Столько большой такой выбор, столько всего такой информации. Ну, это невозможно так выбирать. Ну вот я поэтому и решила вам показать хотя бы то, что я нашла в этом магазинчике. А сегодня я вам хочу показать крупноплодные, те, которые низкорослые. Некоторые забывают, не могут вспомнить, детерминантные – это что, высокие или низкие? А я очень легко запомнила. Детерминантные – «де» – маленькие детерминантные. А что у нас маленькое? Дюймовочка. Вот с тех пор раз детерминантный – значит дюймовочка. И вот начнем мы с вами с самых ранних-ранних помидорчиков. Вот сейчас перед вами помидорчик «Красный петух». Написано на нем «ультраранний». А масса у него сейчас, я вам подскажу, до 250 грамм. Вот посмотрите, какой красавец. А вот лентяйка, тоже считается ультраранней, крупноплодной. А масса у него до 600 грамм. Тоже очень хорошо получается и салатик, и сделать сок очень замечательный. Большая мамочка. Плоды до 220-340 грамм. Хотя и написано, что это в общем в среднем. Значит, может быть, они чуть поменьше, конечно, но и большие, наверное, могут быть. А вот кукла у нас до 400 грамм. Тоже вот эта вот серия, это получается очень ранние. Вот дальше ряд пошел уже средне-ранние, средне-спелые. Вот сорт «Надежда». Очень симпатичный, очень красиво нарисован. Написано «Стабильный урожай в любую погоду». И вес у него бывает. Нет, нечаянно ошиблась, не то взяла. Вес маленький у него. Ну, ничего, пишут, что лежит. Очень хороший товарный вид прилежки. Ну, пойдем дальше. Султан. Это сочный биф-томат. До 200 грамм. Тоже очень интересный. Полбих. F1. А у него вес, посмотрим, 200 грамм. Вот, смотрите, какой красавец тоже. Томат Sunrise. Видите, какой он маленький. Это как раз очень хорошо на улице выращивать. 40 плюс 5 сантиметров. А вес у него до 240 грамм. И он, по-моему, даже немножко розоватый. Туз, средне-ранний, до 300 грамм. Вот помидорчик, чуть побольше, чем Sunrise. 50-60 сантиметров. И тоже до 200 грамм. А вот толстушка, средне-ранняя, до 250 грамм, биф-томат. Шерри Леди. Тоже сейчас посмотрим, сколько она весит. Тоже 200 грамм в среднем. Так, пошли на третий ряд. Сорт Акулина. Ну, это давно известный сорт. В общем-то, все очень его хвалят. До 200 грамм для салатов. Ну, раз салаты, там и сок, там и пюре. В общем-то, все, что можно. Барышня-крестьянка. Тоже очень такой... спрашивает его постоянно. И он до 200 грамм. Потому что к нам приходишь, когда в магазинчик, здесь получается как мини-клуб. Если 2-3 человека, все, очень тут любят делиться, кто чего вырастил, какой вкус, какой что. Вот, например, баронесса до 200 грамм. Вот Лев Толстой. Но это серия вообще известных томатов. Всегда хороший, вкусный, мякоть, очень как арбузная, действительно. Такой на разломе. И до 300 грамм. Петр Первый тоже считается один из лучших крупных плодных. Сейчас мы уточню, сколько здесь на нем. До 250 грамм. Ну, в общем-то, извините, это на ладошке хорошо умещается. Конечно, это не килограммовые, но... Пелагея. Тоже давнишний сорт, очень давно я его знаю. И крупный, хороший сахаристый. До 220 грамм.
Розовый титан. Это уже розовый немножко пошло. Посмотрите, он до 220 грамм. Среднеранний, низкорослый. Мона Лиза. 250 грамм. Вот это средний... Это среднеранний тоже гибрид. Брат F1. И все имена написаны от автора. И весом до 250 грамм. Вы скажете, зачем я это показываю? Ну, вы знаете, я вот как думаю. Приходишь ты в магазин. Тут то народу много, то жарко. Чего-то уже не думай, быстренько вроде по картинке посмотрел, схватил и побежал. А здесь вы вот увидели, да, конечно, выбор сейчас огромнейший, просто огромный, разные фирмы, разные, ну, очень огромный выбор, просто все невозможно увидеть. Но хотя бы то, что я вам показала, вы можете посмотреть в интернете, поспрашивать и уже идти в магазин целенаправленно. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, мой видеоролик вам был полезен. Что-то интересное вы нашли. Всего вам доброго. Добра!